Доброго времени суток, друзья. У меня сегодня для вас опять распаковочка посылки. Это поводковый материал. И вот здесь сразу два вида. Стоит он довольно-таки недорого. По 20 метров на каждой катушке. Значит, этот коричневый, этот зеленый. Скользящий такой, мягенький. Все как положено. Куча там ниток в нем. Если вы решили сэкономить, рекомендую приобрести вот оттуда именно. Можно прям хорошо сэкономить. Примерно в два раза по цене выходит экономия. Допустим, вот такой Nautilus. Это 20 ЛБ. Это 25, это 20. И вот смотрите, вот с 20, если сравнивать, Nautilus прям явно тоньше. То есть у китайского, который, ну, не брендовый, просто какой-то карп непонятный, он заметно плюсит. Также есть вот еще у меня Carp Pro, но это десятка, он прям тоненький, прям вообще волосинка практически. Ну, где-то, я не знаю, как 0,2, но он не совсем плоский, он как будто чуть-чуть квадратный. Вот. Есть еще такой Культ Climax, но это 30 ЛБ, он прям очень толстый. И вот этот 30 ЛБ, как вот эта 25-ка практически. По ощущениям. Ну, потолще, конечно, наверное, как раз и есть 30-ка. Вот. Но прикол в том, что вот этот один стоит примерно как вот эти две. Вот этот один также стоит, как вот эти две. Вот этот, ну, примерно похож. Ну, тоже, по-моему, не самый дешевый. В общем, в принципе, вот если покупать именно у нас в магазинах, да, где обычно мы затариваемся, там дешевых поводковых материалов практически нет. Ну, вот. Вот этот вот только, если поводковый материал, 25 ЛБ в оболочке 10 метров. Вот он что-то вообще дешевый был. Я сейчас врать вам не буду. По-моему, что-то в пределах 200 рублей. Но его прикол в том, что у него оболочка, во-первых, мягкая. А во-вторых, он вот такую вот плетенку имеет. Смотрите, очень ярко такая, светло-зеленая. То есть вы как только оболочку снимаете, вот эту вот жесткую. Причем она не совсем жесткая, и она вот так вот тянется. Вы ее так пальцем начинаете все делать. Она сдвигается, то есть она не очень хорошо сидит. То есть, в принципе, вот, ну, если дешевое что-то брать у нас, то я думаю, лучше, наверное, все-таки подождать с AliExpress и прикупить вот такие именно. По крайней мере, они вот, ну, внушают такое ощущение, что это настоящий поводковый материал. То есть это не просто плетенка, он идет двух цветов, и он такой прям скользкий-скользкий. И вот эти вот ощущения, как будто на нем какие-то есть, знаете, ребрышки, вот это плетение, оно сохраняется. Вот этот, конечно, прям вообще кайфовый. Вот этот Nautilus, я от него просто тащусь. Он просто кайфный. Ну и вот этот вот Carp Pro, вот он напоминает вот этот, кстати, по плетению, видите, очень похоже. Только это 25-ка, это 10-ка. Это ощущение, что это вообще на одном заводе делают. А вот этот Nautilus, конечно, совсем другой. По плетению и по ощущениям. Как палка, смотрите, у него хвост как палка стоит просто. Прям жесткий. А этот мягкий. Вот. Ну, опять же, толщина. Это 10-ка, это 25-ка. Вот 25-ка с Али. Она мягкая. Видите, да? А этот прям он такой. Дубовый. Хотя это 20-ка. В общем, есть нюансы. Но если хотите сэкономить, я думаю, вот 20-25 ЛБ более чем вам хватит. Особенно на первое время. 20 метров это за глаза. Даже в принципе, если прям, ну, там припрет, можно его и как шок использовать. Просто, ну, выйдет как бы не очень дешево. Но тем не менее. А как поводковый материал, я считаю, что прям отличная вещь. Ссылочки оставлю в описании. Кому надо, переходите, ознакомьтесь, приобретайте. Может быть, у этого продавца еще что-то найдете. Продавец надежный, отправил сразу. Пришли они мне относительно недавно. По срокам доставки точно не скажу. Но там отзывов полно. Я думаю, почитайте. Еще не мои только отзывы. Потому что я не покупаю на AliExpress товары у неизвестного продавца, у которого вообще нет отзывов из России. То есть я стараюсь найти продавца с отзывами. Если вы хотите в России именно купить, то вот есть Культ, есть Carp Pro, есть непонятное вот это вот, этот Рубчевский Бейтс делает. Ну, вот этот вот так себе Культ. Ну, такой более-менее, но он толстый. Carp Pro вот этот хороший.
И Nautilus. Nautilus, я считаю, вот из дешевых вообще топчик. Просто офигенный материал. Прям мне очень нравится. И маскируется он, и вот именно жесткий он такой получается. Его надо прям вот так вот долго-долго помутузить, чтобы он стал более-менее мягким. И то он все равно такой тягучий. И это, по-моему, тонущий, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, может быть, тонущий. Они нескольких видов есть у Nautilus. Есть не тонущий, есть тонущий. Короче, вот. А на эти ссылочки обязательно сделаю. Вот такой вот видосик, ребята. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, кому-то окажется полезно, а не только мне.